участникам соревнований нужно было найти от 30 до 40 точек. Вот таких маленьких табличек, каждая со своим номером. Перед стартом им были выданы географические координаты каждой из них. В команду входило по два человека. На автомобиле это водители штурман, а квадроциклы выступали парой. Было задействовано два водителя. Найдя табличку с помощью GPS-технологии, участники должны были максимально приблизиться к ней на технике и сфотографироваться для отчета. У всех была своя тактика. Команды разъезжались в разные стороны. Гонка началась в 10 утра и для многих завершилась только в 7 часов вечера. Помимо табличек, для победы нужно было выполнить еще и обязательные задания. Поскольку гонка называлась «Кинзадза», они должны были найти луц-колонку, на которую получить отметку. Найти, им там вручали луц, это, если знаете, отвратительное, плохо пахнущее топливо, да. Вот. И на второй контрольной точке они должны были проехать спецучасток, им тоже там давали отметку, так называемую, делали гравицапу. И в этом году мы им еще добавили из кинофильма «Гости из будущего», миалофон они должны были найти в лесу. Соревнования проходили в диких условиях. Если под колесами не болото, то грязь. Ровных участков практически не было. Некоторая техника ушла почти полностью в болото, но участники умудрялись ее вытаскивать. Рязанец, занявший призовое место в заезде на квадроциклах, рассказал, что его в этой гонке привлекает единение с природой. Болото он описал следующими словами. Оно доброе. Доброе и хочет оставить нас у себя. Больше никак не могу описать. Мы в специальном обмундировании, которое защищает нас от переменной температуры. Экипировка не дает воде пробраться к телу, так что гонщикам комфортно. Они не отвлекаются на неудобства, а наслаждаются экстримом. Абстрагируешься от реального мира, и есть туннель, мы едем туда, выполняя поставленную задачу. Победителями всех заездов стали приглашенные из других городов команды – из Москвы, Тулы, Санкт-Петербурга. Они быстрее всех собрали необходимые точки. Рязанцы смогли завоевать призовые места. Всего в гонке участвовало порядка 100 команд. Подобные соревнования проходят в нашем регионе два раза в год. Следующие состоятся в апреле. И организаторы вновь постараются подлить масло в огонь, создать такие траектории движения, чтобы участники устроили себе полную перезагрузку.